Well, hello everybody. Great to understand that you are with me. Всем привет. Приятно осознавать, что вы со мной. Appreciate your listening. Ценю то, что вы слушаете этот курс. Good. Курс, направленный на разговор, на практические функции применения английского языка в реальной жизни. Не грамматический курс. Nevertheless, we talk a lot about grammar each lesson. Тем не менее, мы каждый раз говорим много достаточно про грамматику. But the most important thing it is listening. And it is breaking your ear, breaking your tongue. Главная вещь все-таки курса это прослушка, как мы говорим, поломать язык, поломать ухо. And it is usual thing. We start our class with jazz composition, jazz piece of music called Until I See You Again. Beautiful, not beautiful. It's a beautiful name. Until I See You Again. Прекрасная джазовая композиция открывает наш урок и название до того момента, как я увижу тебя снова. До того момента, когда мы снова встретимся. Very nice. And I wish them every success. И я желаю им больших успехов в этом деле, во встрече друг с другом. Good. And what about us? А что? Насчет нас, насчет нашего курса. So I hope you can see my cursor. Everyday English. Everyday English. Повседневный английский. And that is so important that I cannot overestimate it. Я не могу переоценить важность этой фразы, которая переводится как повседневный английский. Everyday English. Social expressions. Выражения, которые встречаются в реальной, в повседневной, в ежедневной жизни. Very nice, very nice. Exercise 1. Look at the pictures and the first lines of the conversations. Посмотрите на картинки и the first lines, и на первые линии of the conversations, разговора, диалога. What do you think are the replies? What do you think are the replies? Какие вы думаете идут последующие ответы в диалоге? Reply, not answer. Потому что это просто фраза, вторая или третья фраза в диалоге. Reply. Это не ответ на реальный вопрос. Хотя, конечно, можно было бы и сказать What do you think are the answers? Okay, but what we usually do, но что мы обычно делаем, мы слушаем носителя, мы повторяем за носителем и убиваем нескольких зайцев одновременно. Ready to listen? Let's begin. Tape script 10.10. Tape script 10.10. Social expressions. Social expressions. Социальные, либо повседневные, ежедневные выражения. Звучащие на улице, в магазине, в кинотеатре. Okay, good. One. Patrick and I are getting married. Patrick and I are getting married. Патрик и я собираемся пожениться. Wow, that's fantastic. Congratulations. Thanks. Wow, that's fantastic. Congratulations! О боже, фантастически интересная деталь. Поздравления! Congratulations! We're both very excited. We are both very excited. И я вас отправляю вот сюда на exercise 2. Okay. We are very excited. Congratulations. Good. Но этой фразы здесь нет. Значит, будете смотреть тейп-скрипт, который будет выложен на Яндекс.Диске, и там полный текст диалога. Здесь какие-то фразы, только вторая фраза диалога, а третья, четвертая — это полные фразы, которые будут выложены в тейп-скрипте на Яндекс.Диске. Good. And a bit nervous.
We are so excited. Мы так воодушевлены этим событием. And a bit nervous. И немножко нервничаем. Excited. Не совсем стыкуется это слово excited с пониманием в русском языке. Возбужденный, восхищенный, приободренный. Окей. Тем не менее, I'm so excited because I'm going on my holiday to France. Я испытываю чувство восхищения, предубеждения от прекрасной поездки, предвосхищения. Я испытываю чувство предвосхищения от моей поездки во Францию на отпуск. I'm so excited about going to France on my holiday. Окей, вот такая вещь со словом excited. Good. I'm so excited because we are going to the Kremlin Cup to watch famous tennis players. Я испытываю чувство предвосхищения от прекрасного похода на теннисные турниры Кубок Кремля, где мы увидим знаменитых теннисистов. Может быть, в этом контексте. I'm excited. Good. Потому что, когда мы говорим «я возбужден», это имеет несколько другой оттенок в русском. Good. Very nice. Two. Can I help you? Can I help you? Могу я вам помочь? No, I'm just looking, thanks. No, I'm just looking, thanks. I'm just looking, thanks. Нет, спасибо. Я просто поброжу, посмотрю по магазинчику. Just tell me if you need anything. Just tell me if you need anything. Ну, просто скажите мне, если вам понадобится какая-то помощь. Just tell me if you need anything. Good. That's very kind. That's very kind. That's very kind. Это так добро. Это так по-доброму с вашей стороны. Three. Don't forget it's a bank holiday on Monday. Don't forget it's a bank holiday on Monday. Не забывайте, пожалуйста, что в понедельник банковский день. Sorry, what does that mean? Sorry, what does that mean? Извините. А что это означает? Скорее всего, женщина-иностранка привела в гараж машину на исправление каких-то неисправностей, и для нее банковский день мало что говорит. И с ее точки зрения reply звучит «Sorry, what does that mean?» А что это означает? It means it's a national holiday. It means that it's a national holiday. Это означает, что это государственный national holiday, государственный праздник. The garage is closed. Most places are closed. And the garage is closed, and most places are closed. And the garage, и гараж закрыт, и большинство мест в этот день тоже будут закрыты. Four. We're going to the cinema tonight. We are going to the cinema tonight. Мы сегодня идем в кинотеатр. We are going to the cinema tonight. Oh, lovely. Oh, lovely. Прекрасно. Well, I hope you enjoy the film. Oh, I hope you'll enjoy the film. Oh, I hope you'll enjoy the film. Надеюсь, вам фильм понравится. You will enjoy, вам понравится the film. Okay, good, very nice. All right, so, good. Thanks. I'll tell you all about it. Спасибо, I'll tell you all about it. Я полностью тебе про этот фильм расскажу. I'll tell you all about it. Okay. Great. Прекрасно. Five. Excuse me, this machine isn't working. Excuse me, this machine isn't working. Excuse me, this machine isn't working. Извините, но эта машина не работает. I'm sorry,
Let me have a look. I'm sorry. Let me have a look. I'm sorry. Let me have a look. Извини. Дай-ка я посмотрю. I'm sorry. Let me have a look. Извини, дай я посмотрю. Ah, it isn't switched on. Ah, it isn't switched on. It isn't switched on. Ah, она не включена. It isn't switched on. It isn't turned on. Можно turn on включать. Можно switch on. It isn't switched on. It isn't turned on. Why? Oh, great. Thank you very much. Nope. Oh, great. Thank you very much. Problem? No problem. Нет вопросов. Six. Six. Hi. Can I speak to Dave, please? Hi. Can I speak to Dave, please? Привет. А могу я поговорить с Дэвидом? I'm afraid he isn't here at the moment. I'm afraid he isn't here in the moment. I'm afraid he isn't here at the moment. Боюсь, его здесь сейчас, в данный момент, нет. I'm afraid he isn't here at the moment. Can I take a message? Can I take a message? Ему что-то передать? Can I take a message? Ему что-то передать? Я могу у вас взять какой-то message для него, если дословно переводить? Can I take a message? Yes. Could you ask him to phone Kevin? Yes, could you ask him to phone Kevin? Could you ask him to phone Kevin? А не могли бы вы попросить его позвонить Кевину? Could you ask him or can you ask him to phone Kevin? To call Kevin. Could you и can you? Ну, порой заменяемые фразы, но could you более вежливая. Более часто употребляемый в каких-то официальных случаях. И в русском переводе could you ask him, не могли бы вы ему сказать, бы употребляется такая вежливая формулировка, can you ask him, а можете сказать ему, без всяких бы, то есть такая более, ну, формулировка для знакомых, для друзей, не совсем официальная. Sure, I'll do that. Конечно, sure. I'll do that. Я это сделаю. I will do that. I'll do that. Seven. Seven. Thanks for the invitation to your party. Thanks for the invitation to your party. Thanks for the invitation to your party. Спасибо большое за приглашение на вечеринку. I'm afraid I can't come. But I'm afraid I can't come. Боюсь, я не смогу прийти. I'm afraid I can't come. What a pity. What a pity. Как жаль. What a pity. Как жаль. Never mind. Never mind. Ладно, ничего. Never mind. Ничего. I'm going away that weekend. I'm going away that weekend. Я уезжаю на этот выходной. I'm going away on that weekend. Я уезжаю на этот выходной. It's okay. Another time. It's okay. Another time. Хорошо, хорошо. Тогда в другой раз. It's okay. Another time. Тогда в другой раз. Eight. Eight. Bye. Have a safe journey. Bye. Have a safe journey. Пока. Безопасного вам поездки. Have a safe journey. Безопасной вам поездки можно трансформировать. Have a safe flight. Безопасного вам полета. Have a safe flight. Okay. Thanks. We'll see you in a couple of days. Thanks. We'll see you in a couple of days. Спасибо. Увидимся через пару дней. We'll see you in a couple of days. In a couple of days. Через парочку дней увидимся. I hope you have a good time. I hope you have a good time. Надеюсь, что вы хорошо проведете время. We'll try. We'll try. We'll try. Мы постараемся. Good. Well, so probably that is enough for today. Probably that's the end of our class. Вероятно, сегодня хватит. И это...
это, наверное, окончание нашего сегодняшнего класса. I wouldn't like to overload you with information. Не хотел бы вас перегружать информацией. С другой стороны, don't forget about this wonderful phrase, everyday English, повседневный английский. Слушайте, смотрите, читайте, ну, делайте что-нибудь. Регулярно делайте что-нибудь ежедневно связанное с какой-то формой изучения английского языка. I'm saying goodbye to you. Я с вами прощаюсь. I appreciate your listening, your being with me. Очень ценю, что вы слушаете этот курс, находитесь со мной. I wish you good luck. Bye-bye, Alex.